Расслабься, расслабься. Я просто басист. О. Что? О, блядь. Ты полная что порога. За херня? Вот зараза. Ты угодники. О, я нет. Воспользуюсь своей машиной. Ужас. Это неправильно. Оу, слишком близко. Я видел, конечно, плохих водителей, но ты среди них просто чемпион. Эй, берегись. Это полная херня. Тебе повезло, дружище. Чё ты меня побрал? Что? Эй, может ты и прав, а? Черт побери! Я сожалею об этом очень сильно. Какого черта? Это был хороший автомобиль. Блин! Лестер, чтоб тебя, ты меня впустишь или нет? Минутку. Я тебя уже заждался. Я же умер. Аллилуйя, видимо, умер ты не насмерть. Тебе нужна моя помощь. Как ты догадался? Раз уж ты сюда припёрся. А иначе зачем ты здесь? Лестер, я не был очень хорошим другом. Я знаю. И ты собираешься наверстать упущенное, выполняя мои просьбы. Точнее, я имел в виду... Мне надо кое-что сделать, тебе кое-что узнать. Так почему бы нам не помочь друг другу? Мне нужны деньги. Так ты снова в игре? Похоже на то. Послушай, Лестер, насчет того, что случилось. Я знаю, что ты не называл моего имени. Знаю, что я не засвечен. Знаю, что ты никогда меня не предавал. Что касается тебя, то я никому не сказал. Что вместо того, чтобы физически разлагаться на кладбище в Северном Ямптоне, ты морально разлагаешься в Лос-Сантосе в компании психоаналитика и жены, которая больше тебя не любит. Да уж. Ну...
Раз на то пошло, помолчи-ка. Пришло оповещение с Эйфунд. Жалкий студентишка. Падла. Сраный шарлатан. Кто? Джей Норрис? Ну да. Лживая тварь. Я читал его вонючие рассылки. Он долбанный мошенник. Я слышал, он заявляет, будто спас Америку. Как? Отдавая все проекты на аутсорс. Продавая нам... This morning's treating you just right. А, извините. Меня пригласили на собеседование в одну IT-компанию. Мне нужно кое-что такое, чтобы выглядеть, ну не знаю, технарем. Помоложе. Потеряли работу? Надо как-то жить дальше, да? Бывает. Ну не то, чтобы потерял. Ну конечно. Просто вы стали старше, работу отдали аутсорсерам, с моим папой также обошлись. И теперь вам важно не выглядеть белой вороной среди молодого поколения. Как насчет жилета и шортов карго? Хорошо. Драматично, но сойдет. Фу, нет, абсолютно нет. Нет, так вы слишком похожи на сексуального маньяка. Фу, нет, абсолютно нет.
Нет, 100% нет. Мне казалось, что вам нужен образ технаря, а не мерзкого типа. Драматично, но сойдет. Драматично, но сойдет. Нет, так вы слишком похожи на сексуального маньяка. Фу, нет, абсолютно нет. Ау, детка, позвони моему помощнику, что-нибудь придумаем. Ага, эта одежда молодит вас сильнее всего. Если забыть про чувство собственного достоинства, то сойдет. Удачи на собеседовании. Пока. Твою ж мать! Привет! Майкл? Я переоделся. Итак, что нужно сделать? Прототип находится где-то в офисе Life Invader. Найди его и подключи к нему штуку, которая лежит у тебя в сумке. И что, меня просто так пустят? Почему нет? Если ты выглядишь подобающим образом, жди, пока кто-нибудь не откроет дверь и действуй. Хорошо. Чушь собачья. Хрен его знает. Привет, привет. Да, все хорошо. Руководство хочет больше функций. Но мы и так на пределе. Раз такое дело, то нам придется урезать функциональность. Тем более, мы планируем через год выпустить платное обновление. Ну, что надо, то надо. Понимаете все это? Ну, вы понимаете? В смысле, мы должны выпустить бета-версию в четвертом квартале или в третьем. Я не против жестких сроков, но когда требования к проекту меняются чуть ли не каждый день, то и работать очень тяжело. Понимаете, о чем я? Ой, мой законный перекур уже заканчивается. Погодите, мы знакомы?
Да, я думаю, да. Вы наш временный айтишник, так? Да. Вы должны кое-что для меня сделать. Вам надо оформить заявку. Нет. Нет, я не хотел бы, чтобы это попало в базу данных. Вы меня понимаете? Если большие парни ввалят мне бабла, я реально займусь пропагандой технологий. А может, даже и не технологии. Буду пропагандировать все, что угодно. Привет. О, привет. Присаживайтесь на этот пуф. Маркус скоро будет. Если не возражаете, я предпочитаю стул. У меня больная спина. Вы эффективно работаете. Смотри, если бы вы, ребята, разрешили мне использовать ту ось, которую я просил, проблем бы не возникло. А, порезвился ты с этим компом? У тебя антивирус есть? Кажется, да. За этим хламом, слева. Зашел на опасный сайт, потом сильно жалел. Ага, такие сайты на работе не открывай. Знаешь, у моего сына постоянно та же проблема. Я закрою всплывающие окна и постараюсь что-нибудь сделать. Твой сын кодит? Супер, лучшие программы пишешь лет до 30. Потом уже работаешь как-нибудь. Если захочешь отдохнуть, ну, рулады носом повыводить, только скажи. Эти пацаны-хакеры вечно придумывают, как поиметь твою сеть. Похоже, мне сегодня совсем не до багов будет. Так, свободное место есть? Попробуй запустить этот антивирус. А теперь начнем сканирование. Вот так. Мне нужно срочно писать код, аж руки зудят. Они должны отправить меня еще на один семестр. Здесь все только на кофе и держится. Вот так нормально. Советую впредь заходить только на безопасные сайты. Эй, ты видел прототип в демо-зале? Когда Моррис покажет его на своем докладе, всем просто мозги вынесет. Это точно. Да ты ходячий мем! Рад встрече! Для разработчика социальной сети мы не слишком тесно общаемся. О, здорово! Круто! Следующий, ну кто-нибудь, вдохновите меня. Чувак, если комп снова покажет синий экран, я сразу к тебе. Пока-пока. Эй, бросим твою ручку. Сели. Сокс, пасую. Ай. Ужасно, если хотите здесь работать, научитесь играть в Сокс, ясно? Прошу за мной. Вот как. Ох, гитарист, это сможете изобразить? Ну, какой-то засранец вылил мое конопляное молоко, а ведь я оставила на нем грозную записку. Подождите, сейчас я вас выпущу. Господь всемогущий. Thank you.
хрена. Майкл, погоди, погоди, хедшот, я влепил тебе хедшот. Лестер, я вставил эту штуку в прототип, иду домой смотреть презентацию. Друг мой, пришло время для исправка. Лестер, ты меня слышишь? Ты опять играешь в эту игру? Да-да, извини, ты сделал свою часть, а что, что ты не любишь шутеры? Они все одинаковые, и ты же знаешь, я люблю кино, вайнвудскую классику. Вайнвудская классика закончилась 30 лет назад. Остались только супергерои, романтические комедии и ремейки. Ничего интересного. Хей, я верю, что в этой стране еще можно делать интересные фильмы. Лучшая иллюстрация американского образа жизни. Двухчасовой фильм, в котором герой выглядит круто. И побеждает зло. Как скажешь, наслаждайся вчерашним днем. Боже мой, вы просто отстой. Выйди. Нет, я же смотрю «Стыд или славу». Очень жаль, нахер. Нет, а ну отдай. Нет. The most racist guy in America. You all disgust me. America loves you. You are in the final. Recorded live. Дамы и господа, встречайте мистера Джея Норриса. Привет. Наша компания проделала большой путь с тех пор, как мы ютились в раздевалке у бассейна в доме моих родителей в Ист-Кэрвей. Сегодня на ваших глазах рождается новая эпоха. Настает эпоха полного и безоговорочного мирового господства. Мы выложили в открытый доступ личные данные миллиарда людей. И неплохо на этом заработали. Мы используем самую молодую рабочую силу в мире. Средний возраст 14,4 года. Это впечатляющее, революционное достижение. И сегодня, прямо здесь, мы сделаем новый шаг вперед. Сейчас вы увидите будущее. Дочить, 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 дочить. Мобильное устройство Life Invader. Да, мы изобрели то, что никому никогда не приходило в голову. Небольшое персональное устройство. Теперь вы можете дочить друг с другом круглосуточно. Хотите подочить в автобусе? Пожалуйста. В метро? Ради бога. Дочите дома. Или в бассейне, куда пошли с детишками. Дочить, 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 дочить. Дочить, 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 дочить. Сдохни! Похоже, кто-то пытается со мной подочить. Алло? Боже мой! Ого, Лестер! Ого!